Массовое столкновение в Тракторозаводском районе. В аварию попали сразу 4 легковушки. Столкновение произошло на улице Героев Танкограда. Сильнее всех разбита отечественная машина. Капот в смятку, багажник тоже. Повреждены еще 3 автомобиля. Причины аварии устанавливаются. В Свердловской области бетономешалка перевернулась. Грузовиком управлял житель Челябинской области. Шофер пояснил, что двигался в гору, а потом машина забуксовала и технику потащила назад. И вот результат. В Челябинске возле дома номер 48 по Комсомольскому проспекту на регулируемом перекрестке автомобиль «Шевроле» столкнулся с «Дайхатсу». Пострадал водитель японца. Он отправлен в больницу. Другое ДТП произошло на улице Дарвина. Водитель «ВАЗа» 13-й модели вылетел на встречную полосу и столкнулся с «семеркой». Оба автовладельца получили небольшие травмы. Госпитализация им не потребовалась.